Знарку предложили вернуться в сборную России. Федерация хоккея России, ФХР, предложила бывшему главному тренеру сборной Олегу Знарку продолжить работу в качестве консультанта. Об этом сообщает ТАСС. На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Контракт Знарка с Федерацией истекает 31 мая, прим, ленты.ру, мы с ним хотим работать, не против этого, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. 17 мая сборная России вылетела с чемпионата мира по хоккею. Команда проиграла канадцам в четвертьфинальном матче со счетом 4-5. Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен Илья Воробьев. Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира. Под руководством тренера команда победила в финале хоккейного турнира Олимпийских играх в Пхенчхане. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.